Из-за взрыва в воинской части в Жамбылской области на место происшествия выехали министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Создана специальная комиссия. Нурлан Ермекбаев провел совещание с акимом Жамбылской области, министром по чрезвычайным ситуациям, руководителями оперативных штабов государственных органов. Для ликвидации последствий взрыва задействованы сотрудники всех государственных органов, в том числе подразделений вооруженных сил Департамента по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, акимата, медицинских учреждений. Как сообщает пресс-служба Минобороны, несмотря на то, что взрыв на складе воинской части прекратился, пожар все еще продолжается.